Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с праздником Святой Пасхи и приветствую жизнеутверждающими словами «Христос воскресе!». В Ветхом Завете праздник Пасхи был установлен в память об избавлении иудейского народа от египетского рабства. По воле Божией смерть тогда прошла мимо домов сынов Израилев. Знакомое нам слово «пасха» по-еврейски «песах» в переводе на русский язык означает «пройти мимо». Пасха Нового Завета ⁇ это прохождение Господа Спасителя сквозь врата смерти, увенчанное торжеством жизни. Воскресением Христовым побежден главный враг человечества ⁇ смерть. Нынешняя же Пасха особенная, и эта особенность заключается в надежде, что напасть пандемии тоже пройдет мимо и, оставив нам ряд важных уроков, все-таки покинет нас навсегда. Каковы же они эти уроки? Во-первых, это напоминание о хрупкости бытия. Современному человеку дана возможность убедиться в уязвимости всего, что казалось надежным и стабильным. И это учит нас по-настоящему ценить великий дар Божий, жизнь, которую так легко можно потерять. Второй урок – это урок ответственности. Такие на первый взгляд мелочи, как пренебрежение санитарными нормами, могут нанести человеку невосполнимый урон – Поистине в жизни нет мелочей. Все значимое складывается из тех выборов и решений, которые принимаются нами ежедневно. Ну и, наконец, еще один урок, возможно, самый главный. Ценность живого человеческого общения. Значимость не виртуальных, а реальных отношений друг с другом. Мы оказались слишком самонадеянными, окружив себя гаджетами и мониторами. Пребывали в уверенности, что они улучшили нашу жизнь так, что нам больше ничего, в общем-то, и не надо, в том числе и настоящего общения с другими. Но пандемия показала ущербность подобного бытия человека, помещенного в прокрустого ложа киберпространства. Вместе с тем эпидемические ограничения не лишили нас возможности служить ближним и дальним, поддерживать тех, кто слабее, помогать тому, кто пострадал. Учиться деятельной любви надо ежедневно, ведь в этом не только проявление нашей веры, но и укрепление ее делами милосердия. Для нас также важен пример самоотверженного служения врачей, волонтеров и всех тех, кто сегодня помогает страдающим. Призываю всех вас, дорогие братья и сестры, в эти светлые пасхальные дни поразмышлять о жизни и увидеть ее через призму пандемийных уроков и стать добрее, ответственнее, внимательнее друг к другу. И да поможет нам в этом воскресший Господь, любящий, благословляющий и милующий. С праздником всех вас! С воскресением Христовым!